выкинула мои кроссовки? Да. Они старые, Влад. Подожди, не выбрасывай. Есть у меня для них один лайфхак. Всем привет, с вами Валдис, и сегодня я хочу подарить вторую жизнь вот этим кроссовкам. Как, спросите вы? На что я вам отвечу? Оставайтесь на моем канале, досмотрите видео до конца. И для этого эксперимента нам потребуется вот такая старая пара кроссовок. Ну или же, если ты немножко посмелее, чем я, то можешь проделать это с новыми кроссовками. Второе. Нам потребуется вот такая вот грунтовочка. Самая обычная по металлу. Ну и, собственно, сама краска. Краску я беру самую обычную, самую дешевую, вот такой вот фирмы. Это коричневый, это красный. Хотел черный, черного не было. Я думаю, вы уже догадались, что я буду с ними делать. Так что оставайся на моем канале и поехали. Ну и для начала нам нужно убрать шнурки с этих кроссовок. Ну и хорошо бы их, конечно, помыть. Но я думаю, что эту грязь уже ничто не отмоет, так что будем делать так. Ну и первое, что мы делаем, мы берем грунтовку, берем кроссовок и начинаем его покрывать полностью. Это нужно для более четкого наложения краски на кроссовок. Иначе она может либо не прилипнуть сюда, либо, может быть, расползется. Но я не знаю, в общем, надо. Теперь ожидаем, пока они высохнут, пока они будут вот сохнуть вот в таком состоянии, в каком они и были. Что сказал? Хуй его знает. Ну что, ребят, мои кроссовочки подсохли, и следующий этап — это обклейка тех мест, которые я не хочу, чтобы были закрашены. Вот, буду клеить их вот такой изолентой, потому что она более клейкая и не слетит, когда я буду их погружать в воду. Обычно просто делают еще малярным скотчем, бумажным вот этим. Вот, ну, он как-то отлипает, но не очень получается. В общем, будем обклеивать изолентой. Наливайте себе чаек, ну и погнали. Так, ну я хочу, чтобы была краска везде, кроме вот этой части, подошвы, торцов подошвы. И я думаю, что задний вот этот элемент я тоже заклею изолентой. Кроссовочки выглядят как новые, вообще четко, кайф. Да, кстати, и язык я тоже хочу оставить белым. Ребят, чтобы было мега удобно это делать, я советую сунуть туда какую-нибудь бумагу. Так, когда вот они новые продаются, с бумагой внутри вот сделать так же советую. Ну вот, все это дело выглядит вот так вот. Сейчас осталось подрезать, более-менее ровненько сделать. И можно начинать покраску. Вот внутрь бумагу засунул, чтобы не мялись. Все, сейчас застегну их.
сделаю два кроссовка, подготовлю подкраски и продолжим. Ребята, и вот такие кроссовки у нас получились. Теперь пойдем их красить. Для следующего этапа рекомендую взять вот такие, ну либо какие-нибудь резиновые перчатки, потому что краска будет на руках, а ее потом хрен отмоешь. Какие-нибудь. Как я уже говорил, у нас два цвета. Коричневый и красный. Просто не было черного, хотел черный. Поехали! Ну все, ребята, ждем, пока высохнут, и посмотрим, что же из этого получилось. Ну, на первый взгляд, вроде бы классно, круто и красиво, самое главное. Ну что, друзья, кроссовочки подсохли, и им понадобились сутки. Вот. И как вы понимаете, они находятся прямо здесь. А накрыл я их полотенцем для того, чтобы сохранить интригу. Готовы? 3, 2, 1. Бам! Это мега крутые кроссовки получились. Просто нет слов. Они, кстати, еще в черновом варианте. Сейчас будем снимать всю изоленту. И будем смотреть, что же у меня получилось. Да ты заколебал ходить туда-сюда. Но, что я вам скажу, с виду здесь они выглядят очень круто. Я бы в таких даже походил бы по улице. Не то, что просто их, да, там для видео покрасил и все. Нет, я хочу в них попробовать прогуляться, может быть. Да ты задрал! Ну, чё, приступим?
Ребят, я бы хотел, как остальные влогеры, разыграть бы эти кроссовки. Ну, блин, они старые, зачем они вам нужны? Я думаю, что я их доношу и потом благополучно выкину. Но, можно будет купить потом новые кроссовки, также их покрасить и отправить уже вам. Если, конечно, в комментариях вы напишите, что так стоит сделать. Вот. Ребят, что? Если этот видеоролик наберет 100 лайков, пускай 100 лайков, то я сделаю то же самое со своей PlayStation 4. Ну вот такая красота получилась, так что ставьте лайки, пишите комменты. Я жду от вас поддержки. Как я уже говорил, дальше только лучше будет. Вот, и напишите свое мнение, как вам эти кроссовочки. Зашли ли они вам или же нет. Но мне кажется, коричневый с красным вполне даже себе смотрится. Хотя я очень боялся, что у меня будет несочетание цветов. Вот, но по мне они очень даже сочетаются и классно выглядят. И я думаю, что на улицу даже будет не стрёмно выйти в таких. Но у меня нету под такие кроссы, конечно, одежды. Вот, ну, а вы были на канале Валдис Лайф. С вами был я, Валдис. Подписывайся, пиши комменты, ставь лайки. Заходи на мой инстаграм, там появляются смешные видосики, фоточки и все тому подобное. Так что и подпишись туда, если, конечно, желаешь. А на этом все, всем пока! You can be my drug dealer.